А в это время в столичных аэропортах уже готовились встречать самих фигуристов. Они готовились выступать на родном льду перед родными болельщиками. А теперь автобус везет сборную Японии по московским пробкам. Но для них этот чемпионат все равно особенный. Конечно, дома выступать всегда приятнее, но правильно, что чемпионат в Москву перенесли. Нашей стране не до фигурного катания сейчас. Я 2 года ждал, что перед семьей и друзьями выступать буду. Но ничего, привезу им медаль из Москвы.